Хасимки Самару Ромский. И это стрим по рафту. Да. Кто не знает, это такая приключенческое выживание. Будем сейчас плыть на плоту, исследовать острова, исследовать океан и его живность, так сказать. Немного темноватая, блядь. Не знаю почему, я вроде и свет включил, блядь. У меня получается мало лампочек, поэтому... Не знаю, блядь. Настраивал, но сейчас, как всегда, стримлю под вечер, потому что днем не получается. Хотел вообще постримить, блядь, на этот... На Трово еще. Да, такая платформа. Но не получилось. Что-то у меня не получилось, блядь. Какое-то либо слабое соединение было, либо что-то еще. Так что такое вот. Да. Знаю, либо у рестрима сервера какие-то, которые больше жрут интернет и из-за этого замедляют его. Что такое вот сейчас? Все, запускаю, ребята, игру запускаю. Да. Какая-то тут крупная обнова вышла, поэтому, по-моему, вчера даже. Даже вчера хотел постримить, но что-то не получилось, поэтому все, сейчас переключаемся уже на эту сцену, да, игровую, так сказать. Сейчас захват игры. Сейчас должно все захватываться у меня. Не понял, блядь. Сейчас. Так. А, это мне сейчас... Ну... Не отображается, блядь. Чё, блядь. Сейчас, секунду. Какая-то хуйня. А, вот, все, сейчас будет. Вот, да. Вот так вот, рафт. Угу. Тут можно, кстати, кооперативно играть. Кто хочет, пишите мне. В Твиче. Ну, то есть сейчас, да, во время прямой трансляции. У кого есть купленная... Кто реально хочет поиграть. Ну, то есть, серьезно, то есть, без всяких шуток, я готов вас добавить в Стиме. Да, так что такое вот. Даже напишу. Угу. Ну что, погнали. Погнали, ребят. Новый мир. Так. Сложность. Простой, спокойный, расслабляющий велосипед. Не нужно бояться врагов. Проще утолять город. Типа, меня вообще не атакуют враги. То есть никакие, блядь. Творчески это понял. Честно говоря, вот я пробовал еще играть в Rust, когда у меня пиратка была, блядь. А сейчас у меня официальная версия. Я специально купил, чтобы потом, может, в будущем играть с кем-то по онлайну и так далее, да? Угу. Ну, тут достижения можно получить. Так, простой давайте, простой. Название мира. Да ёбаный язык, блядь, сейчас. А, тут не важно, что... Тут всё капслоком, да? Друзья мой... Дружественный огонь? Пароль, блять. Ну, 1, 2, 3, 3, 2, 1, давай. Конечно, смешной пароль, но давай, хули бы нет. Наживка для акулы пригодятся при исследовании рифов. Какие наживки? Будем, короче, сейчас разбираться. Я вот, серьезно вам говорю, я вот... Блять, света мало, да? Вот у меня где-то вот здесь лампочка, блять. Она так светит, ёпт, похую, знаете, вот. Что светит, что не светит, все равно темно, блядь.
А вот тут лампочки возле камеры у меня тупо нет. Еще половина лампочек у меня тупо не светится. Вы представляете, какая подлянка, да? С вечером фактически невозможно стримить. У меня правда есть эта лампа для ТикТока. Я обычно ее использую для света. Но что-то забыл включить свет. Ну ладно, блядь. Так уж и быть. Поиграю пока так. Я, в принципе, могу вручную яркость на камере сделать. Ну ладно, вроде так видно, вроде нормально. Так. В принципе, вот я на плоту. Кстати, у меня стоят, по-моему, ультра настройки. Почему у меня музычка играет? Я же вроде уже на плоту. Или она должна играть? Я играл в мобильный рафт. Ну, типа, что-то похожее на рафт. Какие-то, блядь, копии. У меня, кстати, крюк может ломаться. Да, походу? Да, блядь! Да не могу попасть, сука! Чё так сложно? Так, где акула? Подожди, мне точно... сейчас, секунду. Да, смотри, максимальная, фантастическая. Да, всё, абсолютно все у меня на максимум стоит. Я думал, тут графон получше будет, блядь. Ну, конечно, разрешение у меня Full HD. Можно, конечно, 4К поставить, блядь. Или там 8К, сколько там максимально, не знаю. Так, ну, я поставил режим, чтоб... Блядь, да, акулы атакуют, все. А то, чтоб никто не атаковал, это просто неинтересно. Конечно, понимаю, что... Да, мало что знаю, блядь. Но... А как залезть? А... Конечно, понимаю, что мало чего знаю, да? Но все равно неинтересно, когда, блядь, никакой угрозы нет. А что я не дотягиваюсь ебаным кругом? А как крафт? А, на таб. Так, строительный молот, пластиковый, каменный топор, удочка, наживка для... О, наживка. А как посмотреть то, что у меня сейчас... А, вот это. Пластик, пальмовый лист, доска. Так, ну давайте пока что все равно лутаться. Да, видите, тут могут плавать такие вот бутылечки. И в них, типа, больше чего-то лежит. Конечно, в эту игру намного интереснее играть. С друзьями там, да? Так, а что? Я так понимаю, мне надо за пищей... Ну, это в первую очередь. Это пища, конечно же. Вторая чашка. О, давай. Обычный опреснитель. Можно одну чашку воды в пресную. Купить можно досками. Дать. У меня что-то мало пока. О, вот это большая бочка, видите? То есть маленькие такие бочки, есть большие. Вон еще одна большая. Надо будет ее сейчас словить. Так, надеюсь, мне на камере нормально видно будет. Блять! Акула! А-а-а! Стой. Давай аккуратней. Да шо я такой косой, блядь? Ну, пипец какой-то, реально. Так, надо бочку хотя бы словить. Пожалуйста, блядь. А ну... Акула не успеет меня закусать? А ну давай, давай. Иди нахуй. Быстрее, 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 быстрее. Хлам, доски, пальмовый лист, пластик. Просто эти бочки, они реально самые... О, смотри, там остров, блядь. Смотри, блядь. Почти доплыли до острова какого-то. Насколько я помню, раз, когда он очень долгое время был там в раннем доступе, да? Вот это сейчас типа Final Chapter вышел. Очень много был в раннем доступе, ну типа в бета-версии, в альфа-версии. И там не было этих островов. Это относительно недавно добавили, получается. Ну, типа, игра уже давно существует, но для... добавили относительно недавно. Так.
проверял просто трансляцию, все, хорошо. Знаю, напишите, ребят, просто я хочу, конечно же, у меня основной канал на Ютубе, кто не знает, можете подписаться на зрителей из Твича, да? В принципе, там хотел по большей мере стримить, но, блядь, если стримить только там, то, не знаю, мало кто смотрит. Ну, как бы, типа, когда сохраненный контент, то уже кто могут уже смотреть, типа, прошедшие трансляции. А вот когда напрямую стримлю, то что-то, блядь, просто почти что ноль зрителей. А у меня уже на минуточку 300 подписчиков. Так, блядь, нам надо построить флот, чтобы нормально потом им управлять. В общем, 300 подписчиков и, блядь, фактически 0 актива. Потому что в основном смотрят контент, который, ну, так сказать, не по играм там, по разной другой тематике. Так, а мой плот не уплывет отсюда? Вот, допустим, смотри, я на острове, да? Блядь, это реально ультраграфика такая дерьмовая? Топором его можно рубить. Так, ну мой плот вроде не уплывет, да? О, наносик. Хорош. Слушай, а нахуй мне куда-то плыть, блядь? Я могу на острове чисто остаться. Ну, такой-то маленький островочек такой. Так, ладно, давай попробуем что-то скрафтить. А чё, я нажимаю на таб, нихуя не открывается. Блядь. Пошла нахуй! Эй! Это единственный кусок моего плота! Хули ты грызёшь, блядь? Пидор! А! Она с четырех частей. Я думал, тут одна часть. Вот скотина, блядь! Тебе нагрузка на мой плот будет в зависимости от того, где я буду стоять, короче. Нагрузка будет неравномерная, блядь. Вот падали. О, сейчас заработал. Да что-то до этого таб не работал, блядь. Так. Вот эту хуйню крафчу. Помню с мобильного клона. Там тоже такая хуйня была. Что пальцем тыкаешь? А, и можно только на плот. R. А, чтоб крутить. Ну, блядь, я даже не знаю, как ее поставить. Как лучше. Вот так. Да, чтобы ровненько было. It's better without the salt. Это лучше без соли. Получено достижение. Положить доски. Икс убрать. А, убрать вообще убрать? Или он просто типа уберет ее? Положит себе в инвентарь. Так, ну ладно, пока не буду рисковать. Так. А, чашка. Где моя чашка? Выпить. Наполнить соленой водой. А если сейчас выпью, не пиздец будет, да? Налить жидкость. И что? Выпить. Так, ты не выпил, надеюсь, блядь? Не пей, а вдруг какая-то, блядь, положи чашку. О! О! В смысле, огонь сам загорелся, блядь. Нормально, это адекватно вообще? Почему огонь сам загорелся, блядь? Ладно. Так, а что это такое? Что это? Ананасовая семечко. Добавьте воды, чтобы вырастить цветок. Помещается на средней грядке. Ой, блядь. Так, сейчас. Акула, здорово, блядь. Иди отсюда нахер. Не надо мой плот грызть. Сырая свет. Так, сейчас. Открою, наверное, чат.
На телефоне буду смотреть, что мне так удобней. Да. Ой, же темнеет, кстати говоря, блядь. У меня уже ночь, блядь, и тут темнеет, а? Блядь, плохо, конечно, видно мне камеру, ну ладно. Что-то придумаю потом. Пластик. Так, что я могу еще такое полезное? Обычный гриль. Мне можно одно блюдо топить, можно досками. Одной веревки не хватает, надо веревка. Где мне взять веревку? Акула, блядь. Смотри, там какие-то он на дне, блядь, лежат что-то. Но я не могу сейчас подобрать его. Так, блядь. Пластик, доски. Ну, можно веревку, пожалуйста. А что у нас за текстуры как-то, блядь? Или типа это волной приносит, да? Белый цветок, белая семечка. А можно какой-то факел, блядь, скрафтить, не знаю. Гвоздь? Веревку можно из листьев скрафтить. Обычный гриль, отлично, блядь. Давай, все, ставь. Тоже на плот, да? Блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо, не унеси его, блядь. Я типа сейчас не могу никак. Dinner time получено достижение. Так, надо что-то жарить. Свеклу? Сырая свекла. Жареная свекла, это, конечно. Ой, блядь, волны, по-моему, поднялись. Как не управлять моим кораблем? Там по-любому же есть какое-то весло, блядь. Вот! Застрял плот, это поможет. Так, веревка. Где веревка? Веревка, блядь. Парус есть, кстати. Блядь, мне не хватит, да? Блядь, надо листья. Свекла. Свекла еще не пожарилась. Воды ху... А где вода, блядь? А что я, брат? Подожди, блядь, я по-моему, чуть-чуть... Акула, иди нахер, пожалуйста, пожалуйста, не надо меня, блядь. Как же съесть? Ням-ням, блядь. Что-то она мало восстановила мне. Голода? Блядь, надо... Так, листья. Листья. Хорош, все, хватит, да? Хорош. Блядь, а где? Я забываю. Все. Где мое весло, блядь? Хорош, блядь! Оно тоже... Блядь, оно тоже ломается. Хули тут все ломается? Хули тут все ломается, блядь? Это ж вроде простая сложность, блядь. Я бы даже на простое сделал, чтобы типа не ломалось. Подожди, а оно мне выравнивает направление? Или я должен... Ну, я хоть чуть-чуть быстрее плыву? Или оно только нужно, когда я, блядь, застрею где-то, да? Да ёб твою мать, блядь! Хули ты падаешь? Так, нет, я вроде немного регулирую им маршрут. Блядь, тварь, сука! Да иди ты нахуй, блядь, иди нахуй! Иди нахуй, блядь! Пол плота уже нет, блядь, пиздец! Что делать? Сука! Да надо гонять ёбаную акулу, каким образом? В смысле, блядь? Оружие. Вот! Деревянное копье, как... Сука, нихуя нет. Ресурсов и хуйма, блядь. Ребят, простая сложность, между прочим. Я уже нихуя не могу сделать, между прочим. Угу. Ну, так-то я просто говорю. Знаете, для галочки, блядь.
Заебись, хорошее просто начало, блядь. Дождь, ночь, блядь. Блядь, вода. Ну, правильно, вода кончается быстрее, чем еда. Это, конечно, логично. Подожди. А, вот моя кружка, блядь. Вот она. Вылить. Ой, выпить, блядь. Налить жидкость. Положить доски. Теперь вы можете изучить антенна. Дай еще, пожалуйста, бочку. Быстрее, быстрее, быстрее. Блять! Акула. Ну да, видите, акула, она, в принципе, не сильно кусает меня. Причем у меня хп, по-моему, восстанавливается, да? Да, немного восстанавливается. Ну, со временем потом. Блять, 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 где, где? Это я уже на другой остров приплыл, я так понимаю. Хуй поймешь на самом-то деле. Еще, блядь, ночь. Так, ну шо, блядь? Веревки нет. Веревки нет, блядь. Удочка. Удочка, наверное, рыбу можно ловить. Так. Так. Все, сейчас, если акула придет, ей пизда. А то отвечаю, блядь. У меня, кстати, крюк ломается. Эй, а... стой, 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 давай в сторону острова. Сейчас я должен немного левее плыть, да? Подожди, блядь. Если я тут стою, значит я левее должен плыть. Алло. Что-то не понял, блядь. По какому тут принципу работает плавание удочкой, блядь? Ой, это... Что я несу, блядь? Веслом. Управление веслом, блядь. Или я все-таки плыву немного левее? Блядь, сейчас волн, конечно, поменьше стало, и шторм прекратился. Хорошая просто погода, блядь. Здорово, Гневич, здорово. Здорово, Гневич. Да, блядь, почему я отплываю от острова? Я ж управляю веслом. Или я не в ту сторону, блядь, Блядь, уже полная ночь, ну пиздец. Еды хуйма. Воды хуйма, блядь. Все, сейчас уже скоро сдохнем, я вам отвечаю, блядь. Я вам, блядь, отвечаю. Наполнить соленой водой. Ну, блядь. Нахуй ты пьешь эту воду, блядь, ты дебил? Блядь, я случайно два раза нажал, по-моему, выпить. Ну, я ж сюда наливаю, ну хули, оно не наливается, блядь. Right mouse button, ну, блядь. Сколько еще наливать надо, блядь? Я не пойму, как это работает, блядь. Наполнить. Положи чашка. Неужели, блядь? Блять, он уже задыхается, ему надо уже пить срочно. Иди нахуй отсюда, акула ебаная. Так. Что мы еще можем скрафтить? Рабочий стол. Обычная кровать, маленькое хранилище. Каменный топор. Удочка, строительный топор. Так, ну... Не знаю, блядь. Так пей воду. Где вода? Хорош!
Хорош! Пошло пополнение, да? Все. Только я все равно не понимаю, каким он образом, блядь. Как-то странно, но... Шо? Ух ты! Медузы, блядь. Пошла нахер отсюда, блядь. Даже не приближайся. У меня уже есть гарпун, блядь. Точнее, это копье. Но тем не менее, я тебя могу отпиздить, акула. Так что не приближайся, блядь. Так, у нас еды хуйма, ребята. У нас хуйма еды. Теперь вы можете изучить приемник. Это с кем я, блядь, могу, смогу с кем-то связываться, что ли? Да, сложно, блядь, сложно. Надо совсем тут разобраться. Тут не так все и просто на самом-то деле. Надо мой плот отстроить. Так, надо молоток, наверное, да? Вот эту хуйню. Блядь, у меня досок нет. Где доски, блядь? Почему досок у меня так вообще нет? Быстрее, быстрее, быстрее. Иди нахер. Иди нахер, нахер пошла. Иди нахер, блядь! Нет! Нет! Фух. Благо, я играю на простой сложности. Фу, блядь. Ты шо, блядь? Ладно, тут еще два было. Ну, блядь, тут основное мы уже скрафтил, блядь. Иди ты нахер, блядь. Ай, блядь. Так, доски, доски, доски. Веревки. Так, веревку я могу скрафтить. Да, вот тот рафт, который играл на телефоне. Там тоже можно было веревки крафтить. Они реально много чего попиздили, видимо, отсюда. Музончик. Так. Блять, надо еще одна доска. Еще одна доска, блядь. Что такое? Ой, блядь. Только хотел сказать, почему ты не атакуешь меня, сразу пошла атаковать. Бочечка. Хорош. А на видите, даже он сама немного цепляется, когда я... Какой-то ящик. Слушай, еще не было ящика. Или он наподобие бочки, да? Из него еще больше выпадает. Вон еще ящик. Блять, надо его словить. Похуй на акулу. Ебать. Да, из таких ящиков еще больше выпадает даже, чем из бочек. Прикол. Буду знать. Я думал, что бочки это, ну, типа, это максимум. Так, вон там какой-то островок есть. Так, давай достроим уже тут плот, а то акула тут все погрызла, блядь. Хорош. Так. Что-то я там открыл новое, ну, приемник, блядь. Табличка, стол, стул, полка, календарь, коврик. А зачем это все надо, блядь? Какие-то элементы интерьера. О, давай парус попробую. 20 надо. 20 листьев. Вот парус, мне кажется, он полезный. Из таких вот бутылочек тоже там выпадает по две вещи. А, не. По-моему, подало и по две, и по одной. А что там такое? Какой-то еще один корабль, блядь. А ну стой.
А мы можем в ту сторону поплыть? А ну давай. Блять, весла довольно быстро расходуются на самом-то деле. Я фактически не пользовался особо. Слушай, это был, по-моему, какой-то еще плот он. Не, я правда мало чего знаю, поэтому если кто-то думает, что я, блядь... О, херня, блядь, он не знал это. Я просто реально, я особо никогда не играл в Raft. Просто увидел еще какая-то очень крупная обнова вышла, типа официальная уже версия. Реально какое-то весло. Слушай, а мы можем туда перебраться? Я могу это вот это все, типа, взять? Или можно попробовать даже соединить эти два плота? Возможно такое? Блять! Давай, почти подплыли. Я уверен, что там что-то полезное должно быть. Ну я просто хочу пересесть на этот плот, потому что, ну, он даже выглядит посолиднее. Стой, блять! Так, я могу это с собой взять? Хорош, да, могу. Все, погнали. Похуй на этот плот. Похуй на акулу. Я думаю, что нас не успеет убить. Давай. Блять, он реально лучше выглядит, посмотри. Я тут и останусь, пожалуй. О! Ящик! О-о-о! И припасы еще! Хорош, блять! А, он тонет. Блять! Ёбушки-воробушки, блядь. Вот мой плот. Тю, сука, я думал халявный плот, но нихера. Он пробитый какой-то, блядь, невозможно на нем стоять. Блядь! Я был уверен, что... А я думал, можно было взять. Слушай, А если я реально так возьму, блядь, и чисто потеряю его, блядь? Я ж потом никак не смогу построить новый, да? Акула, блядь. Давай. Быстрее, блядь. Так, воды опять нет, еды, блядь. С едой, блядь. А что ж с едой делать? Надо удочку скрафтить, наверное. Ну быстрее, ну сука, ну что ты так медленно плывешь? Или из-за того, что у меня просто воды... Из-за того, что у меня просто воды нет. Не знаю, блядь. Да, сука, быстрее, пожалуйста. Да, скорее всего, за то, что у меня воды ниже, чем вот тут до отметки. Поэтому... Замедляюсь из-за этого. Да. Ну, хоть она не часто грызет. Видимо, чем больше сложность повышаешь, тем она чаще будет тебя грызть. Бля, пиздец, вообще уже нет хп. Давай, ну чуть-чуть осталось, ну пожалуйста, я не хочу сдыхать. Ну сука! Так, это уже не смешно, блять. Быстрее. Да быстрее, блять! Нет! Болен! Ну почти же. Мир сохранен, что? Сдаться и перезапустить. Так можно, блять, было. Иди отсюда, блять. А что у меня сохранилось? Подожди, блять. Так у меня все сохранилось, заебись. И плот. Стой, нахуй ты это выкидываешь? Я какую-то кнопку нажал, что он автоматически начал выкидывать, блять. Как это? На Q. Так, надо... Понял, блять. Так. Слушай, так со сохранениями это вообще просто, блять. Или за то, что у меня такой уровень сложности. Я аж не думал, что здесь есть сохранение. Так, ну игра уже вроде как бы на прохождении. Реально он сохранить мир есть. Прикол. Это, видимо, какое-то автосохранение было.
Да. Ну ладно, тогда особо... Я думал, что просто я один раз вдыхаю, тогда на этом игра полностью заканчивается. Ну ладно, ну ладно. Тогда буду сохраняться в зависимости от того, что я сделал, как дальше продвинулся. И так далее. Не приближайся, скотина, блядь. Так. Вон какой-то еще остров. Так, опять волны. Сейчас, наверное, шторм будет, да? Показалось, молния уже. Так, это... О, это ящик, да? Давай-давай, ящик, пожалуйста. Да, блядь, ну, пожалуйста. Да, сука, ну, что ж ты как косой такой? Не, блядь. Я не хочу сейчас за ним плыть, боюсь, что, блядь, потом опять не доплыву. Так, доски. Пускай лежат доски. Так, давай... Плот больше сделаю. Тут увеличу, да? Парус, парус, хочу... Ой, блядь. Что-то шатает. Хочу парус. Надо еще 3 листика. Еще один листик, пожалуйста, блядь. Вон листочки, да? Ну, слови один. Пожалуйста, ну, слови один, будешь молодец. Давай, да. Вот скотина. Косое, блядь. Хорош! Хорош, блядь, парус. Так, его надо как-то правильно установить. Это вроде центр. Ну да. Удерживать для плавного вращения. Чего, блядь? А в как смысле, блядь? R. Удерживать для плавного вращения. Подожди. А в какую мне сторону лучше сейчас? Налево, налево, налево. Как налево, блядь? Подожди, блядь, я не очень разбираюсь. Если дует туда, мы... Вот сюда, да? Вот сюда надо. Тогда мы плывем вот туда, да? Я правильно понимаю, блядь? Мы вперед сейчас плывем, да? Да. Так, чуть-чуть левее. Да, блядь, чуть-чуть вот сюда давай. Ага, так, давай возьмем наши... Блять, весло, наверное, сейчас сломается, да? Пизда, сломалось. Давай еще его скрафтим. Так, веревка, 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 веревка. Блять, да путаюсь. Ой, сука. Что? Мокрый кирпич, его можно... Чего, блять? Где ебаная... Сука, где? А вот он, блядь. Там, где гвоздь, блядь. А, листья хуйма. Сука! Так, мы подплываем, отлично. Да, скорее всего, я правильно имел в виду, что если он сюда наклонен, значит, плывем именно в эту сторону, куда я указал. Давай еще чуть левее. Сюда. Ага. Слушай, а вообще охуенная штука этот парус. Сейчас, блядь, свою яхту настрою, блядь. Будет все вообще заебок. Так. Что там в чатике? Ничего нет. Ладно. Сюда плывем.
Так, где мы уже, блядь? Э-э-э! Подожди, стой. Не, мы немного отклонились от курса, блядь. Сюда. Блядь, надо весло срочно. Надо листья. А хули мы не плывем? Я ничего не пойму, блядь. Пошла нахуй. Хули мы не плывем туда? Удерживатели других частей, как... Right. Фундамент, деревянная крыша, деревянная колонка, стена. Треугольник деревянный. Дощатное ограждение, лестница. Ремонт. А, блядь, надо чинить еще. Так, надо быть аккуратней, блядь. Сука, либо ветра нет, либо я не пойму, блядь. Мы что-то отдаляемся от курса, я хуй пойму, блядь. Ну туда же направляю парус, блядь. Ну хули мы не туда плывем, куда... Не могу до этого ебаного острова доплыть. Где ресурсы, блядь? Куда они пропали, блядь? Ну, сзади. Там еще, по-моему, вдалеке вот там вот какой-то еще есть остров. Блядь, раз я уже вблизи почти этого острова, что, блядь? Должен на него не идти, блядь? Ой, блядь! Нет, я все-таки хочу доплыть, блядь, хочу. Очень хочу, блядь. Может, кровать скрафтить, чтобы можно было спать? Что нужно для кровати? Гвоздь 3 штуки. Блять, вода, сука, забыл про воду и еду, блять. Ай, так, у меня есть... О, картошка. Ебать. Картошка это уже тема, давай жарить. А воду я сейчас уже наберу. Все, хорош. Все, сейчас не пропадем от голода. Отлично. Все под контролем. Смотрите, какой закат прикольный. Ну, это рассвет. Рассвет, в смысле. Да. Блять, походу ветра нет. Ни волн, ни ветра. Да, он, видите, остров. Но я его еще ночью заметил. Не знаю, где я был. Возможно, есть карта. А что такое рабочий стол? Подожди. На нем можно изучать новые предметы или изготовить. Тоже, наверное, полезная штука. Я хочу кровать, мне что-то хочется кровать. Так, хорош. Пожрали. Давай жрать. Готовый картофель. Приятный перекус. Ням-ням. Отлично. Так, ну можно картошку еще пожарить, в принципе. Давай еще пожарим. Дай воды давай уже на полный заполним. Блять, мы отдаляемся от острова. Я не пойму, блять, нихуя. Волны, видимо, в ту сторону идут. Ай, блять. Может, как-то опять направление поменять? А что если я вот сюда? Вот смотри, сюда, блядь. Ну да, мы еще отдаляемся. Нет, я хочу на тот остров. Потом поплывем туда. Ладно, если не получится, ну хуй уже с ним, блядь. Где ресурсы? Я что-то нихуя не пойму. Почему перестали, блядь, они плавать?
Алло, блядь. Дефицит тупо всего, блядь. Мне что-то это вообще не нравится на самом деле, блядь. Полная хуйня какая-то. Так, сейчас. Блять. Мы сейчас на середине над тем островом и над тем островом, блять. Куда доплывем, туда и доплывем, как говорится, да? Ну, давай ждать, блять. Все равно ресурсов нет, блять, нихуя нет. Рыбы, блядь. Так, кстати, рыбы, удочка, блядь. Я про удочку много о чём говорил. Веревки. Сука, у меня дефицит ёбаных листьев, блядь. Мы приближаемся к тому острову. Ладно, хуй с ним. Хуй с ним. С тем островом, блядь. Давай уже к нему идти. Плыть к этому. Не, ну правильно, да. Если сюда наклонён, значит мы туда или тут, в ту сторону. Хер уже с ним островом, блядь. Ветер сейчас оттуда идет. Не знаю, какая-то сторона, блядь. Юг. Или север, блядь. Не знаю, есть какой-то компас, чтобы понять. Или восток, или запад, хуй знает. Маленькое хранилище. Не, я хочу кровать. Так, ну это, по-моему, уже побольше островок такой, да? Побольше уже, да. Ой, блядь, буду просто ждать, блядь, пока наплывем. Отлично, блядь. Классный геймплей, конечно. Ой, блядь. Просто заебись геймплей. Так, не-не, стой, сюда, чуть-чуть правее, блядь. Да ёбаный, сейчас. Сюда. Так, о, ресурсы появились наконец-то, блядь. Да, да иди ты нахер, хватит грызть мой плод, блядь. Похуй, спрыгиваем, блядь, потом догоним, если чё его. Давай быстро полутаю тут. Хотя не, блядь, маленький островок. Сука, я так и не узнал, какой тот был. Я знаю, что есть какие-то огромные острова. Я даже вот сорел у разных ютуберов, блядь. Они находили огромные всякие, там и пещеры вроде были, блядь. Я подробностей, как говорится, не знаю, блядь. Но видел. Так что мне пока что не везет на большие острова. Немного печально. Блядь, еды нет. Топор, кстати, надо скрафтить. Еда. Картошка. Эй. У меня полный инвентарь, блядь. Чертеж чего? Так, давай пожру картофель. Красные семи. Где картошка, блядь? Ну, выкинь что-нибудь, блядь. Пожри и потом возьму его. Давай. Хорош. Так. Листья, блядь. Так, может, все-таки топор сейчас крафтить? Вот этот. Веревка одна. Одна, блядь. Сука, один ебаный лист. Где его взять, блядь? Ну где, ну сука. Знаете, есть такая игра Survival Deep. Вот там тоже... Там даже я кооперативно выживал там вместе со своим братом, блядь. Да, было дело. На его канале можете посмотреть, ХМС называется. Ну, может, оставлю ссылочку где-то в описании или где-то еще.
Он в основном снимает Lineage, но когда-то у нас было время, что Stranded Deep. Так там тоже, помню, куча всего дефицитов было, блядь. Уже точно не помню, чем. Так, ну ладно, сейчас вроде все нормально. Так, о, кстати, а с чего гвоздь крафтится? Хлам. Мокрый кирпич. Для чего он вообще нужен, блядь? Его можно просушить, блядь. Так, каменный топор. Хорош. Каменный топор, где он, блядь? Давай порубим наши пальмочки. Из них, скорее всего, выпадет. Поднять кокос. Блять, у меня инвентаря нет. У меня нет инвентаря. Слабо, блять, все. Хранилище, точно. Есть такая хуйня, как хранилище, блять. Веревка. Раз, два. Блять. Нахуй. Ты ёбнулся, блядь! Нахуй ты выкинул? Я теперь не могу подобрать, да? Пиздец какой. Блядь, мой плот уже уплыл. Ёпара СТ, блядь. Он просто взял и выкинул в океан, и я не смог больше потом подобрать. Да бакула, иди ты нахуй вообще. Сейчас вообще не до тебя, блядь. У меня куча, блядь, проблем. С головой хватает, блядь. Я не знаю, блядь. Пошли прямее от этого острова. Сука, опять дефицит совсем, блядь. Может лучше, блядь, сдыхать от голода, а потом восстанавливаться с половиной воды и еды. Может мне пока что так будет выгоднее, блядь. Сука, я не знаю, где находить столько еды, чтобы постоянно пополнять запас всего. А что у меня в параметре трансляции стоит, блядь? Рафт. Правильно стоит рафт. Никто не смотрит, блядь. Пиздец какой-то, блядь. Надеюсь, повторе их кто-нибудь заценит, блядь. Тут мучаюсь, тут рассказываю, блядь. Стараюсь разнообразить все. Так, маленькая хранилище. Веревка. Так, веревка. Одного листа не хватает, блядь. Опять какой-то он плод заброшенный. Подожди. Мне кажется, ли локации меняются, блядь, постоянно? Вот там же был остров. Поперек от этого был еще один остров. На таком же расстоянии находился. Вот давай опять в сторону его теперь поплывем. Так, у меня опять проблемы совсем, блядь. Главная вода, ребята, главная вода, блядь. Мы знаем, человек без еды или без воды может прожить. С водой, но с водой может прожить менее, чем с едой. Поэтому вода, как говорится, важнее. Быстрее, блядь, давай, плыви, я тебя умоляю. Так, может пожрать картошку, давай жарить, блядь. Мне просто интересно, на каком оно моменте оно сохранит нас. Не на том, что я, блядь, сохранил, то есть, ну, это было давно довольно. Или попробовать прямо сейчас сохраниться, не знаю, блядь. Чуть туда давай плыть. Эх, одинокий я, блядь, одинокий. Сука, да ни воды, блядь, ни еды, сука, ничего не пожарилось до сих пор. Да куда ты плывешь? Ну ёб твою, блядь. Сюда! Ну быстрее, блядь. Кружка. Не то выпил, да? Блять, нахуй. Я только что выпил нормальную воду, а потом выпил соленую, блять. И у меня опять хуйма запаса воды, блять.
Да чтоб тебе, блядь. А с едой я сейчас не про... С едой я сейчас не прожу... Не ломай этот кусок, блядь, иди нахуй! Гни, заебанная, блядь! Вода, сука! Ну хоть соленый попей, блядь, ну живи, я тебя умоляю, блядь! Ебучая акула, блядь! Это мне не хватит, блядь, больше этих листов. Мне просто интересно, на каком я моменте остановлюсь, блядь? Ну, на каком моменте оно сохранило, блядь? Почему я, блядь, в ту сторону гуляю, я не пойму, блядь. Ну, пиздец какой-то, блядь. Конец, блядь. Так, ну я вроде пью соленую воду, блядь. Вроде... Почему пишут, что я болен? Я сейчас, по-моему, явно от воды сдох. От недостатков, блядь. Почему, блядь, пишут, что я болен? Где я оказался? Почему я наверху, блядь? Я типа в рандомной какой-то точке оказываюсь, блядь, потом. Или где? А, вон вот тут. Вот эта хуйня. Или я где-то рядом оказываюсь, блядь. Я не пойму, честно, как эта система сохранений тут работает. Всё, воды, ребят, хуйма. Ну, то есть нету воды, блядь. Будем теперь без воды, блядь. Не, слушай, ну выгодно, блядь, если я примерно в том же месте окажусь, когда вот умираю, блядь, у меня получается 50% еды и 50% воды, то есть, ну, жажды. То есть, может даже выгоднее, блядь, умирать, нахуй. От голода, блядь, или от жажды, блядь, от акулы. То есть, я даже не знаю, блядь. Ну да, видите, вода он быстрее она. Жажда, блядь. Доплывем мы туда или нет, блядь, опять? Как в том случае, там, где было два острова. Я надеюсь, что доплывем сюда. Да ёб твою мать, ну... А, хватит. Не падай, пожалуйста. Треугольный фундамент. Что такое деревянный настил? Прочный деревянный. О, есть прочный фундамент. Слушай, давай прочный фундамент, а хули бы нет, блядь. Он, по-моему, на одну досочку больше, но... Смотри. Да, на одну досочку больше, блядь. Так выгоднее, блядь, выгоднее прочный строить. Не знаю, правда, насколько он прочнее. Мы опять отплываем от курса, блядь. А где мой крюк? Подожди, блядь. А где мой якорь? А где мой якорь, блядь? Я его сломал, что ли? Ну ладно, блядь, скрафчу новый. Да, он, походу, сломался. Я не заметил, блядь, этого. Мы, блядь, отплываем оттуда, блядь. Знаю, почему, блядь? Скорее всего, из-за волн. Ветра нет, а сейчас волны именно с противоположной стороны, куда мне надо, блядь. Ой... Грустно, блядь. Это, конечно, все очень грустно. Очень грустно, ребят. Ящичек! Ящичек! Ящичек, мое спасение, блядь.
Так. Блять, не могу, блять, ящик. Иди нахуй. Так, что мне надо, блять, ребят? Что мне надо? Мне надо вода. Мне нужна вода, блять. Так, веревка, там где гвоздь, вот, веревка. А, блядь, листы нужны, не веревка. Чё мало так ресурсов, я не понимаю, блядь, ну, реально какой-то бред. Не могу, сука, туда доплыть, куда я хотел, блядь, на вот тот заброшенный плот. К сожалению. Ну, не знаю, ребят, не знаю, блядь. Так, может, звук немного громче надо сделать? Пускай будет так. Блять, я вообще запутался, куда я плыл, куда я не плыл, блять. Это, ебать, все сложно. Немножко пожру. Подкреплюсь, так сказать. Блять, надо закрыть окно, а то мухи налетят. Сейчас. Ой, бля. Так, все, я вернулся. На свое, так сказать, рабочее место, да. Знаю, громче, тише звук сделать, блять. Но вроде показывают, что нормально должно быть. До этого, надеюсь, хоть что-то было слышно. Что-то геймплея, ребят, ноль. А просто без понятия, что мне делать, блядь. Мне не хватает нужных ресурсов. Мою вот эту штуку для воды сломала акула, блядь. Ой, блядь. Не, я не знаю, что делать. Я реально, я просто, блядь, растерянный. Думал, все будет как-то веселее, блядь, поинтересней, увлекательнее, познавательнее, блядь. Но что-то, блядь, не удивило. Я не попал ни один крупный остров. Я хотел попасть на остров, блядь, но... Не знаю, блядь. Просто, блядь, блуждаю сейчас по океану. Ни ресурсов, блядь. Ни каких-то новых сейчас островов. Просто, блядь, ничего нет, блядь. Я где-то, не знаю, посредине, блядь, океана и все, пизда. Ну что делать? Что делать, блядь? Что это, блядь, за пиздец, блядь? Простая сложность, нахуй. Не знаю, блядь. Что если я вот сейчас сохранюсь, блядь? Вот когда я сдохну, вот что будет, блядь? Я примерно в этом же месте окажусь?
Просто мне сейчас просто терять нечего, тут ничего реально нет. Я хер знает где, блядь. О, какой-то он островок виднеется. Что? Что это, блядь? А ну сейчас, секунду, сейчас поверну парус, блядь. Что это, блядь? Ты искатель приключений. Плот твой дом, крюк твой друг. Если плот сломался, почини. Если крюк потерялся, сделай новый. Что это за хуйня, блядь? Найденные предметы. Если хочешь большой улов, не бросай попыток. Дедушка. Ой, блядь. Какие-то подсказочки, видимо. Я не заметил этой кнопки. Может, какая-то еще кнопки тут есть? Первая страница, блядь. Если видишь перед собой бесконечную синеву, значит смотришь невнимательно. Если у тебя есть нужные ресурсы, ты можешь смастерить что угодно. Следи за радиосигналами. Если чисто издает сигнал, или если что-то издает сигнал, значит она еще не утонула. Не ты первый, не ты последний. Не забудь отметить свой маршрут. Мир пропал. Но остались история. Собери как можно больше. И ради бога, остерегайся акул. Да. Ведь надо было в самом начале, видимо, прочитать, блядь. А тут есть вид только от первого лица? Ой, блядь. По-моему, скрин сделал только что. Так, вон какой-то остров. Подплываем, ребят, подплываем. Не, так он... Вообще-то он неправду пиздил, блядь. Типа вокруг синева, блядь. Как он нам говорил? Перед собой бесконечную синеву, блядь. Так только что пару минут назад у меня реально была бесконечная синева, блядь. Я реально нихуя не видел, блядь. Как-то странно, блядь, все. Давай опять сохраним. Все, смотри, рядом с большим островом, блядь. Не знаю, блядь. Нету листьев, сука. Ну почему же у меня нету ебаных листьев? Ну почему же я такой лох? Не знаю, ребят. Так, ну это, по-моему, еще больше остров. Так, я надеюсь, я сейчас не окажусь где-то далеко от него. Блять. Прилипало. Ой. Блять, еда поприлипала к рукам. Это неприятно. Давай пробую хоть что-то сделать, блядь. Пока еще живу, блядь. Минуту. Ну или чуть больше минуты, блядь. Давай осмотрюсь, блядь. Ну да, это более такой высокий остров. Что-то мне подсказывает, что тут тоже нихуя нет, да? Особо неинтересного, блядь. Может, какая-то пещера? Красный цветок. Синий цветок, блядь. О, кокосы. Кокосы, наверное, молотком, да? Возьми молоток. Инвентарь у меня еще полон, блядь. Каким-то говном. Мангу. Там, на том, кстати, острове были кокосы, а тут мангу. Манго, наверное, более питательное, кокос, видимо, можно было и есть, и пить. Как не подняться наверх самый? О, какой-то ящик, ребят. Просто неудачник по жизни, блядь. Надо было, блядь, так не допрыгнуть, сука. Да, ребят, смотри, я на том же месте. То есть сохранения тут охуенно работают.
Либо из-за того, что у меня просто сложность такая простая. То есть, я реально говорю, то есть, терять особо нечего, когда я там без еды, без воды, блядь. И тому подобное. Сейчас. Подкреплюсь еще, блядь. То уже хочется кушать, блядь. И в игре надо ему чуваку есть, и мне надо есть. Да. Как бы это странно не звучало, но это так и есть, блядь. Попить хочу, блядь. Воды нет рядом, надо пойти еще. Ой. Как сюда допрыгнуть, объясни. А, надо было shift нажать. Доски. Блядь, листья мне, ну ебаный рот. Железная, ух ты. У меня такой чертеж. Мозный. Так, рабочий стол. О, я могу рабочий стол скрафтить. Где рабочий стол? Так, надеюсь, это не пропадет за то время, пока я дойду до рабочего стола. Давай, пробуем. Так, рабочий, где он? Рабочий, блядь. Он большой. Открыть. О! Как их применять? Поместите предмет в ячейку для изучения. И как? И что, блядь? Приемник. Как мне его использовать, блядь? Не, могу сюда все что угодно положить. Не знаю, блядь. Чё, блядь, а нахуй я его скрафтил? Как мне чертежи использовать? Объясни. Да, сука, блядь. Еда ебаная. Так, ну, один можно положить, но не знаю, зачем. Так, у меня там пропали ресурсы у тебя, которые я выкинул? Я просто даже не обратил внимания, что я выкинул, блядь. Там была какая-то железная руда. Я думаю, что ее стоит забрать. У меня, по-моему, нет железной руды, блядь. Ну да. Куда, блядь, я пошел опять? Ой, блядь. Сюда, сюда, потом сюда. Ну что ты спрыгиваешь? Да ёб твою мать, блядь, ну ты... Кривое, блядь. Как дальше? В смысле, блядь? Как я туда забирался? Сюда, что ли? А, манго тут еще было. Где манго? Так, мой плот, надеюсь, не плывет, блядь. Где манго, блядь? Где-то здесь было манго. Тут, наверное, предметы исчезают, блядь, со временем, да? Блядь, это... Арбуз! Кого есть? Ты прям с кожурой ешь арбуз, да? Блять, я три или четыре арбуза съел только что. Прям с кожурой, блять, нихуя себе. Вот что означает хороший аппетит. Не, смотри, вещи не пропали, которые выкинул. Что так, железная руда. Вот этого у меня не было, кстати. Можно переплавлять кое-что получше. В кое-что получше. Что именно, блядь? Так, может, маленькую кровать скрафтить, блядь? Не знаю, блядь. Не, хранилище, точно, хранили. Вот это, да. Так, выкини пока... Пластик. Пластика дохуя. Ананас. А где мне ананасы? Не пойму, блядь, где мне ананасы? Или ты тоже выкинул опять?
Что места нет. Блять, а! Аккуратно. Где плод? Не понял, блять. Где плод? Сука, я уже обосрался, что плота уже нет. Так. Блять, вот это водоисточник надо. Опять, сука, порыдзана тут. Какого хуя? Акула, блядь, заебала. Так. Маленькое хранилище. Зачем ты две штуки скрафтил, блядь? Я хотел одну. Или оно по две и крафтится? Ой, блядь. А, ну. 8 предметов сюда можно. Так, ну давай, что мне для меня очень важное, блядь? Железная руда. Подожди, а нахуй сюда что-то ложить, блядь, если акула может сгрызть, и наоборот, безопаснее, когда она у него в профиле лежит, блядь. В моем собственном инвентаре. В чем смысл? Не знаю, блядь. Да ну его нахуй, блядь. Может, чертеж положить? Я не знаю. Так, ладно, поплыли отсюда, блядь. Обратную сторону. Ну, поверни сюда, блядь, я не знаю. Да отплыви ты от ёбаного острова, блядь, заебал. О, поплыви туда, там куча ресурсов я вижу. Давай, 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 погнали. Блядь, что-то как-то скучно. Я не думал, что повеселее будет. Так, я не понял. Рабочий стол. Для чего его, блядь, вообще скрафтил? Как мне использовать этот чертеж? Ну смотри, может как-то его реально можно использовать? Приемник ловит радиосигналы. Используется с приемником. Антенна. О, хорош, поймал, блядь. Вообще красавец. Так, смотри, у меня есть семена, блядь. Их можно посадить. Надо опять, наверное, увеличить мой плод. Как я его, блядь, увеличу? О, хватает. Буду прочно эти доски делать, да. Еще один ящичек. Блять. Да, видимо, надо чуть дальше кидать, куда он плывет. Надо как бы как квадратом его сделать, блять, чтобы удобно было. Еще ящичек, хорош. Блять, что-то утонуло. Что? Что это? Веревка. А, ладно, похуй. На веревку вообще похуй. Так. Маленькая кровать. Гвоздь, блять. Так, гвоздь. Что ты выкидываешь, блять? Блять, инвентарь полностью забит. Да, ты еще погрызи. Ну вот, в принципе, о том, о чем я вам и говорил, блядь. То есть смысл этого маленького хранилища, если, блядь, его сожрет акула, блядь, кусок этого плота, и все, что у меня там было, там, может быть, важное что-то, хуйма уплывет, блядь, на дно. Если я в последние доли секунды не успею подобрать что-то, блядь. Сука, скучно, блядь. Может, новый мир, конечно, создать. Там поинтереснее будет что-то. Или сложность, блядь, повысить. Давайте, может, почитаем про обнову что-то, блядь.
Ну, короче, если хотите, блядь, постримлю потом еще эту игру. Потому что, конечно, я мало пока что чё понял, блядь. Может, я, конечно, ничего неправильно все делаю, блядь. Ладно, давай сохраняем этот мир. Давайте я вам зачитаю обнову, блядь. Что-то мне прямо надоело, блядь. Ну, в принципе, стрим уже довольно долго идет. Да. Давайте обнову зачитаем, что вышло, блядь. Да, включу себя, давайте, блядь. Так, это наконец-то здесь, это наше самое амбициозное обновление, это наше самое большое обновление. Есть новые направления, новые враги, больше предметов, озвучка, новые персонажи, торговля и многое другое. Это кульминация более чем 5-летней разработки и грандиозный финал сюжетной линии Raft. Это последняя глава, и она готовится к игре. Прежде чем мы углубимся в детали этого масштабного обновления, мы хотели бы поблагодарить всех за вас, за то, что вы присоединились с нам в это путешествие. Было удивительно видеть, что так много людей играют и ценят Raft. И без вас мы бы никогда не добились этого. С этим обновлением мы рады сообщить, что покидаем ранний доступ, так как считается, что Raft больше не нуждается в этой игре. Не нуждается в этом названии, имеется в виду. Неправильно переводчик перевел. С английского перевожу. Мы с нетерпением ждали этого дня много лет, и сейчас нам просто не терпится увидеть все летсплеи, стримы, просто услышать, что вы об этом думаете. Так что давайте мы будем больше терять времени и погрузимся прямо в это. Так, ну ладно, тут большое, блядь, можно долго читать. Давайте, если в следующий... Ладно, давай быстро пробежимся, блядь. А в следующем стриме, если буду, конечно, стримить, то более подробно, блядь, ой. Более подробно вам покажу все, смотри. New destinations. Эти всякие, блядь, какие-то мосты. Story overhaul. Новые враги. Это жуки, блядь, медведи. Это, блядь, не знаю что. Рафтерс. Кто такие рафтерс, блядь? Персонажи рафтеры. Трейдинг пост. Джуйсер, new items. Ну, это, конечно, надо все очень долго изучать, блядь. Это так чисто пока сам не поймешь, блядь. Какие-то... Какие-то, типа, как что-то среднее между крышей и стеной. Торговые автоматы. Community assets. А, типа, карточки добавили, эмоции. А, это когда значок, когда крафтишь. Мне, кстати, по-моему, карточка одна выпала. Я, по-моему, сейчас покажу. Channel lock. Channel lock. Это переводится, блядь. Это, видимо, в общем рассказывают, что добавили, да? Да, список изменений. Changelog, вот. Bug fixes. Да, так что такое вот. Ну ладно. Это чисто был такой ознакомительный стрим с игрой. То есть, типа, я... Узнавал, так сказать, базовые техники. Понимал, как все работает. В принципе, вот так вот. Не знаю. Если хотите, чтобы я опять снял подобный стрим про эту игру, ну или, может, какую-то другую, пишите в комментариях, какие вам нравятся игры, какие вы хотите, чтобы я заснял. Я каждому комментарию слушаю, прислушиваюсь, оцениваю. И там выполняю, да. Так что такое вот.
Отвечаю, да, на все комментарии, на все ваши... На все ваши отзывы, блядь, обо мне. Ну, то, что вы, короче, думаете обо мне. Да. Так что такое вот был стримчик. Всем хорошего настроения. Всем удачи. До новых встреч. Хороших летних каникул. Ну, или просто хорошего лета, чтобы хорошо позагорались и отдохнули. Набрались сил. Всем удачи. Всем пока.